Шлёпанцы, или как их еще называют, вьетнамки, возможно, и не самая красивая обувь, но зато очень удобная и недорогая. Считается, что плоские сандали с U-образными ремешками были созданы по образцу традиционных японских сандалий. Конструкция шлепанцев предельно проста. Подошва и U-образный ремешок. Подошва состоит из двух слоев. Нижний слой делают из пластика или резины. В литьевой машине материал приобретает форму. Затем два вентилятора, расположенные над литейными формами, начинают охлаждение. После используется система водяного охлаждения. Спустя всего 3,5 минуты изделие затвердевает. Верхний слой подошвы изготавливают из резиновых листов. Гидравлический пресс проходит через резину, как нож сквозь масло, и вырезает подошву. В ней также имеются три отверстия для ремешка. Подошвы некоторых шлепанцев украшают. Узоры наносятся на каждую подошву вручную при помощи трафаретной печати. Для каждого цвета на фабрике имеется свой трафарет. В нем вырезано несколько сегментов, составляющих исходное изображение. Рабочие помещают подошвы на базу вращающейся печатной машины. Затем опускают трафарет. Трафарет закрепляют над парой подошв. Потом с помощью губки распределяют краску по поверхности. Краска проходит через трафарет и остается на подошве. Но вернемся к самому главному. К ремешкам. Ремешки этих шлепанцев сделаны из хлопчатобумажной ленты, украшенной тесьмой. Тесьму сначала приклеивают, а затем пришивают к ленте. Соединяют ремешки маскирующей лентой, а затем тесьмой. Потом все сшивают вместе. Для более эстетического вида пришивают сверху небольшой кусок материала. Ремешки, в зависимости от материалов, цветов и фактур, определяют внешний вид шлепанцев. Простор для фантазии не ограничен. Теперь рабочие прикрепляют ремешки к верхней части подошвы. Наносят клей, и убирают все лишнее. Затем используют колодку с подходящим размером. По ней закрепляют ремешки. Затем обработанные поверхности смазывают клеем. И с помощью специального аппарата слои подошвы соединяют, а концы ремешков оказываются внутри. Это клей мгновенного действия, поэтому у рабочих нет права на ошибку. Однако нижний слой подошвы оказался немного больше, чем верхний. С помощью шлифовального станка рабочий делает края подошвы ровными и гладкими. После дополнительной обработки вручную и тщательного контроля качества, шлепанцы готовы к фасовке. Под ремешки кладут немного бумаги, чтобы они не помялись во время транспортировки. Хотя в прошлом шлепанцы и считались пляжным атрибутом, сегодня вы можете носить этот модный предмет обуви каждый день.